Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Гаряча лінія». У студії для вас працює Луїза Єрьоміна. Мої вітання. Гість нашої студії – голова облдержадміністрації Вадим Аріков. Вадим Іванович, добрий вечір. Добрий вечір. Погодні умови видались непростими. Комунальні служби міста, вони взагалі застали врасплох. Як справились в області з цією ситуацією? Дійсно, це було стихійне явлення, природне явлення, яке не кожен рік ми можемо увидеть в Николаевской области, да и в целом в Украине. Очень часто происходит это в европейских, американских странах, когда мы видим по телевидению заторы и когда они могут справиться с стихией. Вот, в принципе, что происходило в Николаевской области с 27 по 30 декабря. Снежная гроза – это вообще очень редкое природное явление, которое может один раз быть в 10 лет, в 100 лет. Вот. Это происходило в Николаевской области, непосредственно в городе Николаеве, мороз. Вот. Скопление транспортных средств, которое было предновогодние праздники. Люди выезжали на рынки, в магазины, находились на рабочих местах. Ну и, соответственно, транспортный коллапс, который случился у нас в области. Я не хочу никого ни в коем случае винить, но из-за проблем автомобилистов и, конечно же, из-за нехватки спецтехники, которая не достает нашему облавтодору, коммунальным предприятиям, вот этот коллапс случился. 23 года, к большому сожалению, не созидали. И за 23 года у нас не смогли обеспечить армию. Мы сегодня говорим о коммунальных предприятиях и о государственных предприятиях, которые также разграблены. Поэтому было сделано все возможное силами администрации, местных советов. Сразу 29 числа было принято решение о создании штаба, двух штабов, это по ликвидации стихийного бедствия. Это в городе Николаеве, который возглавил мэр города Юрий Исаевич Гранатуров, и областного штаба, который возглавил Романчук Николай Павлович, первый заступник главы облдержадминистрации. Также мною было принято решение, и в этот же день была открыта горячая линия первой приемной главы облдержадминистрации, на которую поступали звонки людей, которые оказались в заторах в Николаевской области. Ситуация была очень напряжена. В заторах оказалось более 3000 автомобилей. Это около 6000 людей. И вот как раз работа штаба показала, что все-таки сплоченность, солидарность, при сплоченности и солидарности можно одолеть все проблемы, которые возникают в нашей области. Я благодарен тем людям, которые не спали ночами, сутками, проводили совещания, мобилизировали людей, коммунальные предприятия, в которые 109 транспортных единиц приняли участие в ликвидации стихии. 466 человек. Это все люди, которые трудились на наших дорогах. Проблемы были, поверьте, даже и с топливом, которое просто по проблемам доставки топлива к непосредственно автомобилям, которые находились в заторах, и та спецтехника, которая выходила и также застревала на дорогах Николаевской области. Но работа штаба доказала, что ситуация контролируемая, ситуация была под контролем. Всех людей, которые оказались в проблемных ситуациях, это были тяжело больные люди, была организована доставка в больницы, роженицы, 14 рожениц, которые были уже на сроке беременности, также были доставлены в медучреждение Николаевской области. К сожалению, оказывались и люди, которые пользовались ситуацией и звонили на первую приемную, звонили на 101, 112 и давали ложную информацию.
были вынуждены выезжать, и бригады МЧС, и бригады скорой помощи. Впереди шла тяжелая инженерная техника для того, чтобы расчистить дорогу. И когда приходили на место, о котором сообщали, не было ни транспортных средств, не было ни людей, которым необходимо было оказать помощь. И такое было. Вот. В Николаевской области большое количество было отключений от света в связи с порывами. И до 31 декабря Облэнерго, Райэнерго сделали все возможное для того, чтобы наши жители Николаевской области Новый год встречали с светом. Что сказать, стихия, стихийное бедствие, и здесь винить систему, винить непосредственно кого-то из личности я бы не винил. Вот. Нам необходимо пережить, нам необходимо сейчас убрать город, дорасчистить дорогу Николаев-Киев, Николаев-Новая Одесса, потому что она еще находится в плохом состоянии. Но опять-таки тяжелой техникой мы не можем это сделать, потому что сейчас образовался лед, и мы можем вместе со льдом просто убрать и асфальт. Поэтому немного необходимо времени, и, конечно, стихия будет полностью будет сделаны те работы, которые мы должны были их сделать. Вот. В городе Николаеве сейчас существует проблема с электротранспортом, но эта проблема также решаемая. Я думаю, что в течение 2-3 дней будут все маршруты запущены. Сегодня трамвай номер 6, номер 7 входит по полному маршруту. Трамвай номер 1 частично он не идет по полному маршруту, но время для того, чтобы очистить, просто необходимо улицы там, где по дорогам идет тротуарная плитка. Также это третий трамвай, который, я надеюсь, что сейчас он идет до ЧСЗ, но я надеюсь, что тоже в течение 2-3 дней будет дорасчищен, и трамвай будет идти уже до Сухого фонтана, там разворачиваться и по своему маршруту действовать. Время, люди есть, все для этого сделано. Мэр города озадачен, сегодня у него задача номер один, это привести город в состояние полного движения и, конечно же, подготовка к бюджету. Вадим Иванович, зима все еще продолжает диктовать свои условия, и какова ситуация с теплоснабжением в объектах социальной сферы? Нет ли никаких сбоев? Ну, на самом деле сбоев нет. Я сегодня посетил наш областной центр, психологический областной центр поддержки детей, вот, в котором сам убедился в том, что 22 градуса на градуснике было. Конечно же, есть проблемы там, где окна не заклеены, там, где стеклопакеты необходимо привести в порядок, там могут быть просто временные проблемы, которые также необходимо решать уже на уровне непосредственно руководителей данных организаций, предприятий. Итак, мы уже упомянули о бюджете. Областной бюджет на 2015 год. Он еще не утвержден, он только сверстан и передан на рассмотрение депутатам областного совета. Расскажите, каким будет этот бюджет? Известна ли уже на сегодняшний день статья доходов и статья расходов? Будут ли защищены все социальные статьи? И вообще, на что он будет нацелен? Конечно же, бюджет известен, он уже проработан, это проект, это документ, основной документ нашей области, по которой, в принципе, мы будем финансироваться в 2015 году. Но я хотел бы начать с выполнением бюджета 2014 года и проинформировать жителей Николаевской области то, что бюджет 2014 года был выполнен на 104,7%.
Бюджет городов областного значения, это города Николаева, выполнен на 103,8%, что составило без субсидий, дотаций 805 139 400 гривен. Город Вознесенск на 101%, что составило 36 505 000 без субсидий, дотаций. Город Очаков 105,8%, это что составило 21 598 970 гривен, также без субсидий, дотаций, это налоги и сборы. Город Первомайск 101%, 45 709 000. Город Южноукраинск 104,8%, что составило 133 758 000, это тоже только налоги и сборы, без субсидий, дотаций, без защищенных статей. Поэтому я хочу сказать, что как бы эксперты и критики не говорили о 2014 году, сделано все для того, чтобы все защищенные статьи были выплачены, заработные платы бюджетникам были выплачены, и те налоги и сборы, которые мы должны были собрать, мы их собрали и выполнили на 100%. Хотел бы отметить также несколько районов, которые показали хорошие результаты. Это Арбузинский район 113%, Березанский район 109%, Веселиновский 118%, Вознесенский 128%, Жовтневый район 110%, Николаевский 113% и Первомайский 109%. Очаковский район 117%. Это лучшие районы, которые перевыполнили план, но достигли таких результатов. Поэтому это работа в целом администрации, всех территориалов, налоговой. Вот. Что же нас ждет в 2015? 2015 год. 2015 год, хотелось бы лучше, но он не будет хуже, нежели 2014 год. Много было критики со стороны, опять-таки, политиков, но в то же время я вам хочу сказать, что более 3 миллиардов гривен составит наш бюджет областной. По сравнению с 2014 годом он возрастет на 5,2% минимум, а может быть и более. Субвенции составят 2 миллиарда 551 миллион, налоги и сборы планируемые это 337 миллионов, дотации 33 миллиона, бюджет развития 65 миллионов, что будет гораздо больше, нежели в 2014 году. Это, допустим, позволит приобрести компьютерный томограф областной нашей больницы за 6,5 миллионов гривен, ремонт школ области, детских садов области, ФАПов и больниц. Поэтому это все уже забюджетировано, и материалы, в принципе, переданы в областной совет для рассмотрения в профильной комиссии, в комиссиях, для того, чтобы депутаты могли изучить, довнести свои предложения и, соответственно, данный документ рассмотреть на ближайшей сессии, которая пройдет 16 января. Вот. Также хотелось бы сказать, что программа, которая у нас работает в государстве, это инсулиновая поддержка инсулинозависимых и гемодиализа, будет в этом году реализовано на 100%, что составит по инсулину это 19,8 миллионов гривен субвенция, которая поступит от государственного бюджета. И гемодиализ это 23,9 миллионов гривен. Это 100% по области. Но это важные такие статьи, о которых я должен был озвучить. Допустим, город Николаев, насколько мне известно, и я общался сегодня с мэром города Николаева,
По сравнению, планируемый и прогнозируемый бюджет города Николаева будет 2 миллиарда 63 миллиона гривен, что на 210 миллионов больше, нежели в 2014 году. И это на 11% по сравнению с 2014 годом. Естественно, это позволит увеличить статьи расходов на образование порядка 58 миллионов. Или 12% плюс. Это здравоохранение города Николаева на 29 миллионов 200 тысяч гривен, либо 9% плюс, которые смогут перераспределить. Это социальный захист на 56 миллионов гривен. И что немаловажно, это жилово-коммунальное господарство города Николаева наше, которое также будет увеличено на 109 миллионов гривен. Это ремонты подъездов, дворов, крыш и так далее. Поэтому я думаю, это значительное увеличение. Ну и, конечно же, изменения до бюджетного кодекса, я думаю, что еще будут довноситься в связи с будущей децентрализацией власти. Вадим Иванович, практически в каждом нашем эфире мы с вами говорим о поддержке бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения АТО. Говоря о мирном плане президента Украины, о ситуации, которая сейчас на востоке страны, все же давайте еще раз поговорим об этой поддержке, которая сейчас крайне необходима тем, кто защищает целостность и независимость нашей страны. На что сейчас и в будущем она будет скоординирована? Ну, вы знаете, президент Украины делает очень много для того, чтобы война закончилась в Украине, чтобы были освобождены территории на востоке. И на дипломатическом уровне проводит много переговоров, которые заканчиваются для Украины результатами, положительными результатами. И я надеюсь, что в 2015 году мы все-таки победим и наступит мир в Украине. Вы видите, что данные переговоры президента заканчиваются тем, что мировое сообщество, европейское сообщество поддерживает сегодня Украину и финансово, и морально. И сегодня очень важно для того, чтобы наступил мир, вот как раз провести как можно больше встреч, донести информацию правдивую, что происходит сегодня на востоке Украины, на юге Украины, вот, и как сегодня украинцы реагируют на происходящее. Я, опять-таки, по мирному плану президента, вы знаете то, что уже более 1500 человек, наших героев, которые защищали территорию Украины, освобождены, и они, это военнопленные, которые находились у боевиков, заложники, они сегодня переданы украинской стороне и находятся уже в своих семьях. Поэтому это тоже достижение вот мирного плана президента. Мы с своей стороны будем делать все для того, чтобы бороться с сепаратизмом, проявлением сепаратизма в нашей области. Я лично и все те люди, которые патриотически настроены, они должны четко понимать, что то, что произошло на Донбассе, это рук Российской Федерации, а не местного населения. На самом деле местное население сегодня говорит только об одном. Мы хотим мира, мы хотим работать, мы хотим получать пенсии, мы хотим детей водить в школы, в детские сады. Поэтому мы, конечно же, не должны допустить этой заразы и победить эту заразу. Я уверен, что как президент, так и мы на местах сделаем все для того, чтобы в 2015 году в Украине был мир. Говоря о четвертой волне мобилизации, насколько она необходима сейчас? Конечно же, она необходима. Указа президента еще нет, но в принципе мы проводили уже совещание с военкомами о предстоящей
мобилизации, которая должна, четвертая волна, которая должна пройти по всей Украине и в Николаевской области. Но она прежде всего важна, потому что необходимо дать бойцам отдохнуть, те, которые сегодня уже более полугода находятся на передовой, и которые проходят ротацию, но ротации недостаточно. И мы должны дать новые силы для того, чтобы удержать линию обороны и, соответственно, не допустить военных действий и не расширить территорию, оккупированную пророссийскими боевиками-преступниками. Говоря о конкретной поддержке волонтеров, насколько она сейчас важна и на что она скоординирована? Волонтеры Николаевской области, они заслуживают больших теплых слов, благодарности как от населения Николаевской области, так и от меня лично, от ребят, которые сегодня воюют, защищают нашу Родину, потому что они делают невероятные вещи, тратят свое время, силы для того, чтобы поддержать наших ребят и морально, и материально. Это огромные суммы, которые они находят, перечисляют, находят спецсредства, необходимые сегодня нашим бойцам. И вы знаете, такая энергия позитивная. Я вот общаюсь с ними, я заряжаюсь энергией, я верю, начинаю верить в Украину и еще больше вот стараться сделать полезного для Украины, для Николаевской области, потому что так как они отдаются своей работе, я редко встречу, не буду говорить о политиках, я редко встречаю таких людей, которые занимают должности и так отдаются своей работе. А тем более это общественная нагрузка. Поэтому президент Украины Петр Порошенко, вы знаете, что николаевских волонтеров оценил по достоинству и наградил государственными наградами. Это и Ольгу Малярчук, и Олега Мудрака, и, конечно же, всеми известного советника Юрия Бирюкова и Давида Рахамия, которые сегодня работают на этом тяжелом труде. Вадим Иванович, вы сами пополнили ряды народного ополчения. Так ли это? Да, это было, если я не ошибаюсь, в сентябре месяце. И народное ополчение Николаева, которое возглавляет Николай Николаевич Тросиненко, я написал заявление и вступил в ряды. Это для меня прежде всего морально необходимо для того, чтобы я четко понимал и знал, что я точно так, как и те ребята, которые сегодня стоят на блокпостах в Николаеве, стану вместе с ними при случае и при необходимости, если это будет важно и необходимо нашему городу и области. У нас остается еще немного эфирного времени. Я хочу вам задать следующий вопрос. Как вы оцениваете работу народных депутатов Украины, которые представляют наш Николаевский регион? Помогают ли они в решении задач и проблем нашей области? Оценивать работу депутатов, наверное, должны избиратели. Вот. И они оценят, когда будут очередные выборы. Я хочу сказать, что довольно-таки сильная группа депутатов Николаевской области, которые представляют интересы наших жителей Верховной Рады. Мне комфортно с ними работать. Я информирую их о всех проблемах. У меня запланированы встречи с народными депутатами. Доношу до них проблемные вопросы. И хотел даже поблагодарить и Андрея Водотурского, и Александра Жолобецкого, Тараса Кремня, Бориса Козыря, которые в декабре месяце решили большую проблему, которая была в Николаевской области в связи с верными отключениями и с теми лимитами, которые нам доводила Укрэнерго. И вот как раз это их заслуга, то, что они смогли доказать, смогли донести информацию, доказать, что Николаевская область должна быть лимитирована, гораздо менее лимитирована, нежели были предоставлены нам в декабре месяце лимиты. Поэтому
в дальнейшем мы будем с ними сотрудничать. Я полностью информирую, начиная от бюджета, подготовки бюджета, заканчивая работой коммунальных предприятий, что немаловажно. И в этом году мы все-таки коммунальные предприятия допроведем комиссии, рабочие группы. Все руководители коммунальных предприятий отчитаются перед депутатами областного совета, перед жителями города Николаева. Нами будет выдвинут ряд требований к ним, и, соответственно, будут также кадровые чистки. Вадим Иванович, вопрос от наших телезрителей. К нам обращаются пенсионеры с вопросом, будут ли они, как и прежде, бесплатно пользоваться электротранспортом. Да, льготы никто не отменял, и пенсионеры будут бесплатно пользоваться электротранспортом. Также не отменялись льготы чернобыльцам, афганцам, и это все четко отображено в бюджете 2015 года. И я вам больше скажу, что, если помните, такие страшилки о том, что не будет детского питания бесплатного в школах, начальных классах с 1 по 4 класс, то это тоже не имеет подтверждения, и в бюджете в 2015 году все статьи расходов включены. Также бесплатное питание в больницах, которое, конечно же, гораздо должно быть, на мой взгляд, и лучше, но тем не менее минимальное, то, которое закладывалось, оно есть. Вадим Иванович, я хочу поблагодарить вас за эфир. Спасибо большое, что ответили на всі мої вопросы. Нашим телеглядачам я хочу ще раз нагадати, що гостем нашої студії був голова облдержадміністрації Вадим Маріков. У студії для вас працювала Луїза Єрьоміна. На все добре.